Холодное лето – это повод для чего? Съездить на юг. Ну, как бы да. Повод для того, чтобы почитать хорошую книгу. Мне кажется, равно для прогулок. Чем занимаетесь в это холодное лето? Устраиваюсь на работу. Холодное лето. Для романтики. Холодное лето – это повод для чего? Чем можно заняться? Ну, чем угодно. Гулять, ходить. Просто утепляться. На чем вот можно заняться холодным летом? Дома спать под одеялом. Тем же, чем и теплым. Гуляем, отдыхаем, наслаждаемся зеленью. Всем чем угодно. Например? Ну, например, на работу больше ходить. Вот, в парке поотдыхать. Ой, холодным летом можно много чем заняться. На самом деле, можно пойти потренироваться на стадион «Луч», потому что завтра у нас пройдет полумарафон на 21 километр. Можно подготовиться к выполнению норматива в ГТО, прийти к нам потом в центр тестирования, сдать на золотой знак отличия. И вообще можно просто хорошо проводить время. У нас очень много музеев, у нас достаточно интересный город, много чего можно посетить. Холодное лето – это повод для чего? Чем можно заняться? Отдыхом. Каким, например? Почитать книги. Навестить друзей, родственников, отправиться в путешествие в какое-нибудь. Попытки уехать куда-то тоже, вот погреться где-то от нашего холодного лета. Ну, а мы будем привыкать к тому, что будет и дальше.